счастье. 150 баллов. Я не ждал жюри такого. И слава богу, мы не упали. Это самый обычный номер, который я выполняю каждый день с утра и вечером. Этот номер смогу делать только я. Ко дню победы подготовим новый ледовый номер. Тяжело в учениях, легко в бою. И снова, и снова. Гол, гол, гол. Мы играли. Это что? Совестно. Наша задача. С любовью. Завоевать крепость противника. За нашу счастливую родину, чтобы в мире был мир. Надо и небо было чистым. А вот как... Приятного аппетита! Спасибо! Мы каждый год зимой едим гречевую постную кашу. Мы радуемся этому моменту, мы его ждем. Сегодня у нас фигурное катание, хорошо, хоккей до первой крови. В общем, все по-взрослому. Сегодня у нас прощание зимой. Хоккейные показательные турниры, выступления футболистов. И еще, конечно, самое главное, это взятие Снежной горы. Сегодня будет взятие Снежной крепости. Две команды будут биться до победы. Знаете, все говорят, праздник интересный. Кататься будут, сезон закрывать. Ага. Ты будешь участвовать? Я буду смотреть. Балет на льду. Вау. Да, будет хоккейный финал. Ну и мужчины нас порадуют разными элементами фигурного катания. Мы начинаем наш праздник, посвященный первому официальному закрытию сезона летнего 2018. И приглашаем всех участников подтянуться к главной арене нашего летовского дворца спорта, нашей хоккейной коробочки. Не задерживай шагай, чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода, закаляйся, как сталь. Кикист! Индивидуальная программа наших Олимпийских летовских игр объявляется открытой. Главная победа – это победа над собой. А спорт, соревнования и соперничество – лучшая для этого тренировка. Мы сегодня попытаемся увидеть, что приобрели мы этим великим постом, есть ли силы у наших прихожан и у нашей детворы. Потому что пост – это сила, это собранность, это сосредоточенное внимание к собственному сердцу, преодоление себя самого. И двигаясь к этой победе над самим собой, попробуем сегодня одолеть хотя бы соперника. Двойной клуб, раз, с легкого плеча.
Эмоции, счастье. 150 баллов. Я не ждал жюри такого, честно. Все, я просто не могу. Я сейчас. Как? У меня нет слов. Замечательная скорость, прокат. Демонстрирует свою технику. Это знаменитая дорожка Евгения Плющенко. Господа, вы можете это лицезреть своими глазами. Вот ее медаль. Поэтому ассистенты, потому что элемент действительно сложный, одному не всегда получается справиться. Бьет он ее снизу, что происходит на льду? Задаются вопросом во всех уголках мира ведущие эксперты. Они отбивают дорожку Плющенко, как это делают все знаменитые фигуристы нашего времени. Но с каким артистизмом, с какой энергией это делается? Как ты тренировался? Как тебе это удалось? Все элементарно просто. Просто у Плющенко болит спина, а у меня спина еще не болит. Я не в таком преклонном возрасте нахожусь. Мне все-таки 16. Я так думаю, еще будет долго оставаться. Ну, это ты с этим номером. У тебя будут и другие номера? Конечно, конечно. Буквально 1 мая, 9, ко Дню Победы подготовлю новый ледовый номер. И буду его исполнять. Всех секретов выдавать не буду, потому что это будет большим сюрпризом. Набирает скорость. Это ястреб, господа, мы сейчас видим. Сейчас это ястреб. Ну вот, подходит к кульминации. Вот была кульминация. И, господа, это ласточка. Ласточка с пистолетом. И, господа, срывается наш фигурист. Но разве может это как-то повлиять на оценку, когда он делает это с таким артистизмом? Невероятное творится на сцене. Не сдается, вновь набирает скорость с пистолетом. Это его самый обычный номер, который я выполняю каждый день с утра и вечером. Господа, так что мне это далось очень легко. Особенно кульминационное падение. Ты его долго репетировал. Это была интрига. Да. Откроюсь, не скрою. Что творит? Что творит канадец с русским? Ну, боже мой, они равняют лед Алексея. Господа, такого вы еще не видели. И надеюсь, больше не увидите. Непосредственно наши организаторы праздника сказали, что этот номер смогу сделать только я. Как он назывался? Это назывался «Танец с тарелкой». Тебе удалось. Ты покорил сердца зрителей. Это собранный коллектив, все вместе. Но это победа. Спасибо, дай бог. Наслаждаемся, смотря это по телевизору. Онлайн-трансляции через интернет. Какой сложнейший разворот с касанием льда. Знаменитая дорожка. Сложнейший элемент. Называется это задумка «Ручеёк». Пара Юлии Ильинских. Мешает потому... Балет на льду Летова. Получился у вас, девчонки, номер? Мы долго старались. Да. Все получилось. Да, вроде да. Да. Ты довольна выступлением? Да. Все довольны выступлением? Да. Ну, а какие еще творческие впереди планы? Следующая зимняя Олимпиада. Где она у нас проходит? В Летово. В Летово, да. И, конечно, золото, победа, да? Естественно, золото. Аж слезы потекли.
бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Вновь опасная атака, вновь проброс. Через ворота не получается, через минуту идет шайба на бедочке. Кто подскочит и сделает этот решающий бросок? Шайба не поднимается льда. 8 клюшек бьет по шайбе. 9, 12, 40 клюшек. Прекрасно, куча мала. Свисток арбитра. Закончился матч. Сыграли самоотверженно, с большим желанием, с огромным удовольствием. Я смотрю, и техника там не хромает. Технику, да, да. Ребята тренируются, видно, что они занимаются. Очень неплохо выглядит на льду, видны командные взаимодействия. Все вместе, родители, дети. И так здорово на них смотреть, как они играют там в хоккей с задором уже все, и фигуристы, и дети, и взрослые. Ведь редко так бывает, да, в будни. Все, родители работают, все заняты, а здесь все объединяются. Больше как вот. Семейный просто. Да, семейный, мне кажется, да, именно семейный. Вот. Это дерби, которое начинается сегодня, боюсь, что закончится только следующей зимой. Команде пингвинов физкульт! Привет! Команде медведей физкульт! Привет! Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Но мы видим, счет остается прежним 2-1 в пользу медведей. Перехват шайбы. Евгений Волков на острие атаки. Финальная сирена. Победа! Победа! Это победа! Самое главное – это спайка. Главное – даешь пас, и ты знаешь, что пас ты даешь тому, кому надо. И после этого будет гол! Солнце, лед. Шайба летит в зубы, лучше не придумаешь. Ты сколько забил? Сколько смог, все забил. Все забил. Да, ни одной не забил. Главная битва сегодня была сама собой. Самим собой, самого собой. В общем, могли играть лучше, сыграли как всегда. Очень хорошо. Очень хорошо. Это вот для меня это напоминает мое детство, потому что такие коробочки чудесные были практически в каждом дворе. И вот, я сегодня первый раз здесь присутствую, а именно участвую в хоккее. Ну что хочется сказать, это праздник, наверное, семейный, который не наверное, а семейный. Он объединяет нас всех, наши семьи. Здесь мы как дети радуемся. Мы еще можем здесь догулять, дорадоваться. Только те моменты, и, как говорится, те, которые в детстве еще не доиграли. И на одной волне. Взрослые дети все равны. Как вот на хоккейной площадке, помогают друг другу, уважают друг друга. Это, я считаю, что это тоже подведение, как сказать, не то что итогов, а это результат нашей семьи, большой вот этой православной дружной семьи, результат, конечно, молитвы батюшки и вообще вот этого объединения нашего прихода. Приход молодой, красивый, сильный, я считаю, что это вообще будущее России. Вот святые отцы говорят, что православный человек – это радостный человек. Для чего вы праздники организовываете? Мы просто вспоминаем фавор. Точнее, не вспоминаем, мы живем на фаворе. Хорошо нам здесь быть. А если нам хорошо с Богом, то это счастье, которое расплескивается по всей округе, как лучи от бриллиантов рассыпаются по глазам человеческих душ, и тем самым приумножая радость, приумножая счастье. Каждый раз, приходя в Летово, мы ощущаем эту благость, эту красоту и стараемся эту красоту приумножить. Стараемся сделать так, чтобы не только нам было хорошо со Христом, а все, кто перешел в Летово, почувствовали эту радость. Начали!
флаги взяли? Все, абсолютно. Ух, нас ты. Только один взяли. Вот так. Ну, сильная команда. Да, сегодняшнего вечера начинаем растапливать лед, чтобы в следующие выходные провести уже турнир по теннису и футболу. До новых встреч! До новых свершений! Прошел дистанцию. Общая фотография!